Возле Слунимского ремонтного завода появился арт-объект – кресло и стол, сделанные из отработанных металлических автомобильных деталей. Автор малой архитектурной формы – слонимчанин Александр Климович, работник завода. Мы побывали у талантливого земляка и расспросили о его необычном хобби. К празднику решили выделиться посреди других предприятий. А то как-то вот на слуху только КБЗ, КПФ, а вот про наш ремонтный завод не слышно. Вот как-то захотелось так отличиться. Так это ж не единственная ваша работа. Говорят, у вас дома тут было множество или есть еще? Есть несколько изделий, скажем так, но большую часть пораздаривал. Так откуда такое увлечение? Просто вот, когда дождь идет, на улице не поработаешь. И вот в гараже, когда погоды нету, делаю. Вы кто по специальности и по образованию? По образованию слесарь-ремонтник. По специальности только расточник. Еще есть, допустим, плиточник. Но как-то основная вот только расточник. Но там же должен быть и мастер-художник, и мастер-сварщик, наверное. Не обязательно. Лишь бы была фантазия. И руки из нужного места. И все. Но там же это все сварочная работа? Конечно. У нас же и сварщики есть на предприятии, которые... Ну, я показывал, что делать. Он приваривал. Это кто помощник? Мухарский Александр. Ну, а дома как... вот делали разные фигуры. Кто дома помогал? Дома сам. Как купил полуавтомат и пожалуйста. А давно такое увлечение пришло? Ну, как-то не сразу. Постепенно. Вот качель сварил детям. Это не то, что вот постоянно этим занимаюсь, а вот захотелось именно вот это сделать. Сделал. Посидел там полдня, день в гараже. И сотворил. А вот то, ну, блин, произведение искусства, сколько времени ушло на него? Ну, мы им занимались, как сказать, не постоянно. Появилось свободное время. Ну, свои прямые обязанности выполнил на предприятии. Как бы ничего не просили больше. И пошел в другой цех, и там мы вообще, ну, в другом цехе это выполняли. Сходил, сделали чуть-чуть, на следующий день опять поработали для предприятия. И с обеда в основном, ну, месяц где-то полтора. Это, ну, там же не постоянно работали, с перерывами. Ну, это все, будем так говорить, железяки, отходы производства. Это все полный утилита. Это зашел, как сказать, зашел на площадку с металлоломом, и там уже, как позволит себе фантазия, бери деталь и смотри, что с ней можно сделать. Вы же еще многодетный отец. Ну да. У вас четверо деток? Четверо уже. 3 месяца как четверо. Вы кого-то еще усыновили? Нет. Было время, что опекунством занимались тут. Ну, было время такое. Что... И как дома воспринимаете ваше, так сказать, хобби? Нравится. Он сейчас сыну начал танк делать. Из металла. Сваривать. Ну, ждет, когда уже. Ну, тоже и туда надо, и на дачу. Еще ж дача есть, там маме помогаю. Так что. А вы в какой школе учились? В 3-й. И сколько уже на заводе работаете? О, в этом году 15 лет. 15. А есть какая-то мечта что-то вот такое сотворить? Такого же грандиозного нету. Мечты. Ну, так что-нибудь. Есть еще пару набросок, что можно на заводе сделать. Ну, это как поддержит начальство, руководители как поддержат. Ну, я думаю, в таком деле поддерживают всегда. Тем более, что это все делается... Тогда сработаемся с ними. Из отходов производства. Тоже из отходов там. Лучше же такое сделать произведение, даже чем сдать металлолом. Ну, конечно. Так, а так оно что, заржавеет или переплавится? А так вот для людей уже когда подойдут, сфотографируются на память. И будут вот знать, что такое завод. Да. А у нашего папы золотые руки, и мы все его очень любим.